Добрый вечер всем подписчикам и зрителям моего канала. Одесса, 5 октября. Соединенные Штаты Америки торопят Украину начать решающее сражение на юге до наступления зимы. И таким образом лишить Россию возможности укрепить свою власть в регионе, пишет Financial Times. По информации американских официальных лиц, осенняя слякоть сильно осложнит боевые действия и преимущество будет у тех, кто будет находиться в обороне, то есть в данном случае у россиян. Настоящая катастрофа для Украины будет, если Россия перекроет доступ к водным ресурсам от Мариуполя до Одессы. Жизненная сила Украины – это доступ к Одессе, поэтому им важно занимать наступательную позицию на юге, а не только оборонительную, цитирует издание сенатора Криса Мерфи. Вот такая, друзья, информация. Ну, как мы видим, наступление на Херсонском направлении идет потихонечку, освобождаются некоторые населенные пункты. Будем надеяться, что дальше будет больше. Всем хорошего вечера. В Одессе на данный момент все спокойно. До встречи в новых видео. Пока.